Для нас это важное соглашение, потому что еще послание губернатора было, где он обозначил, что компания «Газпром» наш стратегический партнер. Соответственно, в данном соглашении мы прописали очень важные, на мой взгляд, аспекты. И его сегодня, как видите, успешно подписали. Это связано с трудоустройством наших молодых людей, которые живут и работают на Иркутской земле. Наши студенты уже по потребности, как бы и по возможности могут уже сегодня, да они уж, откровенно говоря, сегодня уже и работают в системе «Газпрома». Ну, что касается студентам, он дает возможность прежде всего получить то образование, которое сегодня востребовано в ПАО «Газпром». Это те направления, которые сегодня мы ведем в нефтегазовом направлении отрасли. Естественно, студенты будут иметь возможность трудоустроиться после завершения обучения как в университетах, так и в училищах. Ну и основные специальности – это, конечно, специальности автоматики, энергетики, компрессорные направления. Все эти направления, которые сегодня готовятся в ваших университетах, да, на Иркутской земле и в профтехучилищах. Поэтому мы такую подготовку и обучение будем проводить совместно с дальнейшим трудоустройством студентов на наших производственных объектах.